У каждого чемпионата мира по футболу есть свой национальный музыкальный инструмент. В 2010-м в ЮАР это была вувузела. В России выбрали деревянные ложки. На стадион Нижний Новгород, конечно, надо взять те, что украшены нашей хохламской росписью. Очень будем ждать того момента, когда наши матрешки, наши ложки полетят по всему миру с приветом из России и с Нижегородчины. Такие ложки предприятие «Хохламская роспись» делает по лицензионному соглашению с ФИФА на изготовление сувениров. В ассортименте матрешки, магнитики, кружки и многое другое. Шкатулки, можно я так пошучу, скажем так, чтобы загладить свою вину перед женой, когда съездить и потратить деньги на чемпионат мира, то есть подарить в качестве подарок жене. Коллекции лимитированы. В общем количестве предприятие изготовит только 198 тысяч сувениров. Хотят не только видеть какие-то брелочки и магнитики, а так хотят, чтобы было все функционально и надолго сохранилось у них в памяти. Поэтому покупают и кружечки, и тарелочки покупают, и магнитики, ложечки. Но это само собой. Подставочки под горячие тоже оказывается такая популярная. У покупателей пользуется спросом не только футбольная сувенирка с хохламскими узорами. Культурные традиции нашего региона становятся модными в прямом смысле этого слова. Предприятие теперь выпускает и аксессуары. Лицом новой коллекции стала миссис Россия Полина Деброва. Я безумно люблю Нижегородскую землю. Более того, часть моей родни родом именно отсюда. И именно в Сергачевском районе, село Богородское, проводят время, летнее время наши дети с Дмитрием. Мы очень любим здешние места, здешнюю культуру. И хохламу жена известного телеведущего Дмитрия Деброва тоже любит давно. Я очень люблю носить за границей эти украшения и сумки, потому что это привлекает какое-то дополнительное внимание и интерес. Вот. И часто итальянки, француженки подходят и спрашивают, что это такое, откуда это, где это можно приобрести. И, собственно, с гордостью отвечаю, что это русское производство, и это, да, настоящий эксклюзив. Сувениры уже продаются на фабрике в Семенове и в магазинах Нижнего Новгорода. Оксана Понагошна, Василий Низов, объективно, НТВ.